Казанский федеральный посетила группа студентов и преподавателей университета Кёльна и Московского педагогического университета. Целью визита стала организация и проведение научно-образовательного семинара. Здесь студенты имеют возможность обменяться знаниями и познакомить будущих коллег с системой образования своих стран. Primary, it's like here essentially we have primary school then the secondary school which splits into two parts, the first part and then the second part, and you finish with what is called Matura or Abitur in German. And as I told you, the students which want to become teachers. Состоявшийся семинар – это совместный проект Московского педагогического университета с университетом Кёльна. В этом году площадкой реализации проекта стал Институт психологии и образования Казанского федерального университета. И выбор очевиден. Как рассказали сами гости вуза, Институт психологии и образования КФУ известен в стране и за ее пределами как ведущий современный образовательный центр России. В этом году выбран Казанский университет, потому что нам интересен опыт Казанского университета в обучении физики и математики. И, конечно, немецким коллегам было очень интересно посетить музей Лобачевского и вообще посвятить свое время данному великому математику, которого они прекрасно знают. Теперь представители университетов планируют начать сотрудничество с Казанским федеральным. Мы очень надеемся на сотрудничество. Нам интересно это сотрудничество. Кафедра физики, классические ваши, в свое время вместе с нашими методистами писали учебник и создавали видеоматериалы к этому учебнику, поэтому сотрудничество некое уже было. И сейчас мы бы хотели продолжить это сотрудничество и ваши физики тоже. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.